Продолжаем опять нашу тему про натуральные аромамасла компании Faberlic. Сегодня расскажу про эфирное масло эвкалипта «Свободное дыхание». Вот в этой маленькой баночке у нас 5 мл. На него уходит очень много сырья, которое собирают вручную. Оно известно своими антисептическими свойствами. Полностью восстанавливает кожу после воздействия агрессивных факторов, охлаждения или перенагрева. Из свойств, которые нам известны, это восстановление сил. Он натуральный репеллент, это масло. Репеллент – это то, что отпугивает насекомых, которые нас кусают. Аромат буквально раскрывает легкие и позволяет вдохнуть полной грудью, если вы его используете в аромалампе. То есть капаете в нее несколько капелек с водой и дышите этими парами. Применяется также в аромаваннах, в аромамассаже, обогащение косметики. То есть свой любимый крем вы добавляете капельки этого прекрасного масла и дышите им. Также оно еще устраняет перхоть. У кого есть такая проблема, обратите на него внимание. Укрепляет волосы. Для этого тоже нужно покапать его в шампунь или в ополаскиватель и пользоваться. Восстанавливает кожу, уменьшает выраженность пор и устраняет жирный блеск. Поэтому всем вам рекомендую, присмотритесь к этим натуральным аромамаслам, которые не такие, как в аптеке. Вот в каждой коробочке имеется подробная инструкция, которую вы можете изучить. Будьте здоровы!